символическое открытие Алексеевского сквера, который находится вокруг одноименного храма, Алексеевского храма. Вы знаете, когда вот сейчас люди посмотрят, которые не знают, что такое Алексеевский сквер, храм, что такое Молдаванка, для них, в принципе, ну, да, деревья, скамейки, парковая мебель, фонари. Но надо знать просто немножко, что здесь было 5 лет назад. А зайти сюда, в этот сквер, было страшно. Молдаванка, о которой все много говорят, воспетая в песне. Но вот это наше наступление, на противодействие всему, в этой разрухе, которая была в Одессе, как начинается, мне очень символично, что начинается с культуры. Симфонический оркестр, благоустроенный сквер, счастливые лица людей, вера в то, что мы живем, и в то, что у нас есть будущее, и что мы наводим порядок. Это мне хотелось бы, чтобы укоренилось у каждого жителя. Сегодня я говорю про Молдаванку, о том, что мы не только в песнях вспоминаем, в ресторане или где-то под рюмочку водочки или чего-то еще, Молдаванка и Одесса. А мы помним о ней, и о Молдаванке, и Одессе, помним не только в песнях. Мы каждый день делаем все, чтобы Одесса и Молдаванка, в том числе сегодня Молдаванка, и завтра это может быть пересек, были лучше, комфортнее, и чтобы люди гордились, что они живут на Молдаванке. А сегодня мы видим счастливые лица детей, которые, поверьте мне, за последние 30 лет не видели такого сквера, и мне очень приятно, что это происходит в Молдаванке. Поэтому всех с праздником. Те, кто любит, переживает за Одессу, порадуйтесь, пожалуйста, с нами вместе за еще одну маленькую, может быть, локальную, но победу.